сложная сфера, которая требует ежедневного нашего участия и контроля. Продолжаем мы работу по реализации программы «Доступная среда». 15,5 почти миллионов. Мы каждый год проводим ряд мероприятий, которые адаптируют наши помещения, здания, дома, где проживают люди с ограничениями, для того, чтобы им было удобно передвигаться и перемещаться. В этом году мы своевременно подготовились к зиме. 100% домов были запущены в установленные сроки социальных объектов. Аварийные бригады, вот эти настоящие мужики, которые работают в аварийно-восстановительных бригадах, и теплосети, и водоканала заслуживают только самых искренних слов признательности, потому что и день, и ночь, и в праздники, и в любую погоду они на своем посту. Коллектор – еще один большой проект, который был закончен с проколом под Москва-рекой. И это был тоже грандиозный проект, сложный технически, но все работы завершены.